Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Саня и мастерская «Сами с ключами». И сегодня у нас на повестке дня решил я доработать слегка свой токарный станок. Раньше у меня все делалось грубо на глаз. То есть проточка в миллиметр, в два, в три. Сколько снимешь, столько и получится. Решил я его доработать при помощи вот такого вот штангеля. Китайского, продается как в Китае, так и на фикс-прайсе. Тупо приварил пластинку к подаче. И здесь тоже приварил к подаче, уже к самой подаче. Приварил пластинку. Здесь намертво прикрутил. Здесь посадил на двухсторонний скотч. И тупо прижал тоже пластинкой. Она здесь мертво не сидит, она просто прижата. И вот тупо, если мы это дело все крутим, и получаем показания. То есть подвели резец к заготовке, получили, допустим, показания, обнулили, и все, и дальше, пожалуйста, по... Крутим. Бам. Одна десяточка. Все. Конечно, не до сотки, но... Кстати, нет, не десятка. Десятка показаний здесь. Это две десятки съема на заготовке. Потому что пополам же умножается. То есть с той стороны и с этой стороны. Ну что, давайте посмотрим, как это получится. Здесь у меня просто фигня какая-то. Так, свет надо убрать, а то он сильно бликует. Обычный болтик, обычная сталь. Поехали, попробуем. Итак, сейчас у нас заготовка 6,9. Так, что это за фигня? Что, она сбилась сразу? 6,9. Все. Так. Подводим резец. Обнуляем. Как же это показать-то? Гадство. Обнуляем наши показания и проходим один раз чисто проехаться, чтобы у нас вся заготовка была ровная. Вот мы одну десятку прошли. Добавляем еще одну десяточку. Хоп.
Вот у нас две десятки. Так. Вот так побольше сделаем. Так, где у нас штангель? Чтоб замерить. Замеряем. Сейчас у нас 6,7. Все. Добавили одну десятку. То есть у нас сейчас пройдет и снимет две десятки. Проверяем. Вот он. 6,5. То есть четко сняло у нас все. Две десятки. То есть с точностью в две десятки этот станок уже у меня прекрасно будет работать сейчас. Конечно, это небольшой токарный станок, но идеальное, плохое лучшему. Вот и все. Кому понравилось такое видео, естественно, ставит лайк. Кому не понравилось, дизлайк, комментарий. Ну и все. Всем пока, удачи, два туза раздачи. Всем пока. Пока.